точки зрения государственности, с точки зрения демографической ситуации. Ну, наверное, каждая семья, если здоровая, если имеет здоровых детей, то ну, это человеческое счастье, на котором и основана вся жизнь. Благодарю вас за приглашение, я тут ответ на любой вопрос ваш, касающийся общественной экономии, репутации. Так, и поехали. Первый вопрос. Светлана спрашивает. На практике не все гинекологи в женских консультациях могут определить, что женщина больна. В итоге болезнь запускает. Планируется ли сделать что-то, чтобы улучшить уровень?